Чуть-чуть совсем продвинемся. Нет, барабаны можно оставить на месте. А сами мы немножечко, чуть-чуть продвинемся. Вот так вот. Отлично. Вот теперь мы укомплектовались, что называется, и будем теперь наших гостей представлять. 27 февраля в 19:00 Красноярский городской дворец культуры, который на Свободном, 48, между прочим, пройдет этно-фольклорное театрализованное представление ансамбля танца BTE или BTE, как правильно? BTE. BTE. Окей. Благословение земли Аланхо. Да.
концертная программа студенческого ансамбля, в которую входят танцы, песни, инструментальные номера, демонстрирующие все разнообразие якутской традиционной культуры. В гостях у нас Владимир Собранин, руководитель ансамбля. Здравствуйте, доброе утро. Надежда Дмитрия, старший педагог дополнительного образования того самого института, на котором базируется ансамбль, я так подозреваю. Да. Колледж педагогический. Колледж. Так, отлично, с этим мы разобрались. И студенты непосредственно Егорова Алиса и Евгений Иванов. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Как вообще пришла такая идея взять и объединиться вот и преподавателями, и студентами, чтобы вот такой колоритный создать коллектив? Ну, эта идея, в общем, у нас этот танцевальный коллектив, самодеятельный танцевальный студенческий коллектив существует 4 года всего. Угу. Руководителем является, как вы уже говорили, Владимир Собакин, который занимается со студентами. И в прошлом году мы заявили желание участвовать именно в конкурсе проектов культурной универсиады в городе Красноярске. И нам удалось выиграть путевку для участия в культурной универсиаде. И для этого мы подготовили такой проект, где участвуют и преподаватели, и студенты. А именно показать свою... Сколько по протяженности будет программа, которую вы будете показывать? Ну, 1:20 где-то. 1:20? То есть у вас все представление длится 1:00? Подождите, это несколько разных номеров или это одно цельное представление? Одно цельное, цельное. Обалдеть, 1:20. Сколько времени уходит на подготовку вот такого полотна сценического большого? Ну, годы. Начали, с конца октября, вот, танцы ставить, потом, в январе уже все скомпоновали. Скомпоновали, да. У нас сюжетное же, Олонхо. У нас эпос. Эпическое произведение Олонхо, якутский фольклор, самый крупный жанр якутского фольклора. А на чем примерно, вот еще немножечко расскажем нашим зрителям, небольшую канву, о чем, в принципе, будет само сценарное полотно, вот о чем будет идти речь в этой постановке? Ну, у нас из 3 частей. Первая часть – это у нас обрядовый. Там благословление идет. Встречаем наших гостей. В зале около холла мы делаем обряд гостеприимства именно якутского фольклора. А вторая часть – это именно эпос. Там рассказывается о 3 мирах. Там верхний мир, нижний мир и средний мир. Именно вот злые духи вот на середине мир приходят и... То есть, правильно я понимаю, вы всех красноярцев и, что самое главное, гостей города, особенно зарубежных гостей, будете погружать вот во всю эту тонкую культуру, вот национальную, правильно? Да. Это, мне кажется, будет интересно. Как минимум, я не знаю, как ты, я лично очень настоятельно рекомендую всем увидеть это вживую, непосредственно 27 февраля. То бишь сегодня уже практически. Сегодня. Да. Сегодня в 7 вечера, представляешь, так живешь, а оно вот уже наступило, 27 февраля. Благословение земли Олонхо. Этнофольклорное театрализованное представление ансамбля танца «Битий». Вход свободный. Все туда в 7 вечера. Вот как только ваша работа заканчивается, вы садитесь, не знаю, в троллейбус, в автобус, в личное авто. Если пользуетесь каршерингом, такси, все туда, потому что там будет интересно и весело. Наши гости сегодня: Владимир Собакин, руководитель ансамбля, Надежда Дмитриева, старший педагог дополнительного образования, и студенты, и артисты действующего большого ансамбля, Алиса Егорова и Евгений Иванов. Спасибо вам большое за то, что наполнили своим колоритом нашу студию, и здесь как-то стало теплее и разнообразнее. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну и, безусловно, хорошей вам культурной универсиады. Спасибо большое.